Ой, блин. Это кошмар какой-то. О, привет. Ты продал двух коз. И положил деньги. Думаю, завтра Аллочка на работу. А я ж пенсионер же. Где-то ты делаешь же. И вот нефиг, думаю, я схожу по пивку, поняли? Тараночку там присмотрел в магазине, гарно. Лещи там такие икряные. Думаю, о, завтра пивка двушечку или парочку. Кинулся, денег нету. И у кого не спрошу, никто не знает денег. Никто. Я уже облазил кругом все, кругом. Уже и в газовой печке смотрел. Нет. То без очков, это уже очки одел. Это поросятам варю. Нету. Да нету. Нету. Куда она их, блин, заховала, а? Уже эти шкафчики все облазил, коробочки. Уже и графиня. Смотрел, ой, думал, может, думаю, пустой, то на, туда открыл, меня шампунью облило, еле отмылся, о, божечка, кошмар, где можно искать, и в инкубаторе смотрел уже, и в этом инкубаторе, и в коробках, не, в шифонере. Нет. Ну еще вот тут осталось. Где можно? Ну туалет же она не бросила. И туда не бросила. В ванной нету. Тут нету. Че веник у ванной стоит? О! Пересвяте! Вы поняли где? Тихо, бо услышит, спрячет, потом уже хер я найду. Вот они мои денежки. А я думаю, что ты тут ломаешь? Веник никогда в ванной нас не стоял, веник. Лоханулась кися. А я тут 25 раз мех. Пивко, кипяко. Лещик. Ура. Живем. Хорошо живет на свете Винни Пух. А от того пойдет и твои песни вслух. Не слышит. Ура! Ес, ура, живем! Мужики, будьте бдительны. Вы поняли? Веник поднимайте. Пока. Пошел перепрятаю.